Здравствуйте, друзья. Воздуха наберите. Штурмовой батальон безносковых ботинок. Сегодня 28 июня. Вот остатки перед вами бригады «Шторм», точнее, короче, роты. Изначально у нас было 150 человек, мы прибыли в зону СВО. Отряд «Шторм». Нормально, я смотрю, вас там проштормило. После ожесточительных боев, после всего, что мы увидели, вот остатки пацанов, что остались. 2022 год. Возьмем Киев за 3 дня. Да ну что там брать эту Украину? Разбегутся. 2023 год. Вот остатки пацанов, что остались. Нас сегодня привезли с передовой вот в эти апартаменты. Нам не поставлялось БК. Нам не поставлялись ни вода, ни продукты питания. Не вывозились 300-е. До сих пор там гниют 200-е. Их никто просто не забирает. Выражение лица у людей, которые рассчитывали съездить заработать легких деньжат, на чужом горе. Отдаются ужасные приказы, которые в принципе даже не стоило бы выполнять. Вообще, мы вообще считаем, что нас просто обнуляют. Знаешь, братан, скажу по секрету. Вы далеко не единственные, кто так считает. Вот это лично вот мое мнение, мнение пацанов, что у нас просто, у нас вот было 150 человек. Да, вот он, вот наш остаток из 150. 2022 год. Можем повторить. Россия войны не начинает, она их заканчивает. 2023 год. Вот наш остаток из 150. 3 месяца мы служим, нам ни разу не заплатили зарплату. Сейчас к нам приехали и сказали, пацаны, надо ехать в приют, наверное, передок. Опять в мясорубку, где мы уже были. Опять и мы от этого не вернемся. О, ну на 4-й раз уже до кое-кого начинает доходить, что не вернетесь. Но не для всех, я смотрю, не для всех. Мы отказываемся дальше идти выполнять боевые задачи по вот этим по ряду причин, которые мы обратились в обращении. Если даже кто-то погибнет, он погибнет на передке, его просто застрелили свои. Все, всем доброго дня, слава России. Слава России. Пушечному мясу слава.